вопрос журналистов. Не повлияет ли стройка на жилье соседей? Вы ответили, цитирую. Так, где тут у меня? Да. Разве кто-нибудь даст вам такую гарантию? Вот прокомментируйте. Уважаемые соседи, вот видите ли, я, конечно, полную уже текстовку своих цитат не помню, да, что сказал, да, но смысл там вообще другой был, понимаете, сейчас журналисты взяли и как себе удобно немножко подрезали и это предъявили как-то неправильно немножко. Здесь вообще совсем другое имелось, да, понимаете, я вообще что-то другое сказал, это просто перед выступлением слова было, и тут именно обрезали это слово и остальное убрали. Когда я запросил на это документы, что действительно у них вот такие ситуации были, собственники не смогли предоставить это. Поэтому было предложено, что мы вместе с инициативной группой поедем к ним, определим дату и вместе с ними посмотрим, имеется ли в действительности трещина, от чего она была образована. За то, что произошло лет 10 назад, я ничего не могу сказать. Вы уверены в том, что ваша стройка не повлияет на их жилье? Конечно, гарантию никто ничего не может дать.